Привет, меня зовут Натаха. А я сержант Сидорчук. Это ладно, Миша. И это канал Приколисты. Сейчас мы снимаем сюжет под названием «Эротический тест на алкоголь». Опа! Что-то случилось? Запах алкоголя сплыл из спирта. Как? Нет, я за рулем не пью. Не может такого быть. Нет, да нет, не может такого быть. Здесь на драгере готовы прыгать? Ну, давайте, хорошо. Пожалуйста. Что? Девушка, вы точно пьяная. Я правильно все делаю? Девушка, прекрасно все. Неплохо получается. А вы хотите попробовать? Продолжать. Да? Вам что, смешно? Да вы возьмите сами, попробуйте. Ну, девушку. Это полиция, тест. Энергичнее, девушка, энергичнее. А вы что, вы полицейского как-то пытаетесь? А вы что, снимаете? С чем вы снимаете? Нет, ну мне просто любопытно, что вы делаете. Молодой человек, а что вас пытается... А я же не имею права снимать? Я думаю, что вам просто завидно. Вот и все. Да, возьмите сами. Посмотрите это самое, как вы себя ведете. Да, возьмите сами, подышите. Вот так сделайте. Девушка, вы, наверное, снимаете спорно, я так понимаю, да? Как? Давайте ваши собачки дам подышать. Да, наверное, не трогайте девушку, уберите ваши руки, пожалуйста, от собачки. Ну вообще, что вы так агрессивничаете? Это все в порядке. Просто вы смотрели бы, как это смотрится со стороны. О, да что вы здесь устроили? На самом-то деле, вы знаете что? Если не надо, меня успокойтесь, пожалуйста, посмотрите внимательно туда. Что вы меня трогаете? Девушка, все хорошо. Это открытая камера.